Lessons from Ivan. Hello, my friend. Today I will teach you how to buy iPhone X10. Fuck you, Tim Cook. No one will call it 10. It's 6. In best ways. At first, we must go to apple.com/iPhone X. And the price for this shit is $999. It's too much, but it's okay. Then we go to apple.com/ru. And the price is, I could be wrong, but it's not look like $999. Siri, what the fuck? It's not $999. Tim Cook, you wanna play with me? You couldn't. Fuck you. So, my friend, it's three ways to buy this shit. The first one is you can go to the USA, buy this one, go back home and drink vodka, play balalaika and chill. The second one, you can go to the store in Mother Russia and buy this shit for $1,400. Go back home and don't drink vodka, because you don't have money anymore. There is a third way. For $700, you can buy glorious Mosin's rifle from Ivan and take 2 bottles of vodka like a bonus. And then you can take any iPhone you can see. Make a choice wisely. Subscribe to the channel, my friend, and you can get life hacks and some good stuff. And remember, Mother Russia is watching you. До свидания. Привет, с вами Вилсаком. Та винтовка Мосина, которую вы только что видели, в соответствии с постановлением Российской Федерации, является деактивированным образцом, то есть хозтоваром. Имейте в виду, что обращение оружия в Российской Федерации регулируется законом об оружии. Я вам сейчас покажу картинку, от которой лично мне становится очень грустно на душе, прям тоскливо, знаете, не то чтобы кошки скребут, но прям вот смотришь на нее и понимаешь, ну какого твою мать черта? Зацените. Самый дорогой iPhone 10 в мире продается в России. Какого черта? Вы посмотрите на этот график. Мы платим сильно больше, чем Дубай, Китай, Канада. Я понимаю, Америка с Японией хрен бы с ними. Но какого черта? Мы платим больше, чем в Англии, больше, чем в Европе и значительно. У меня возникает вопрос, Apple, вы че? Речь, конечно же, идет об официальных ценах. 80 тысяч рублей за iPhone 10. Пересчитываем в курсе, получаем вот такой график. И, как советовал Иван, не стоит покупать винтовку Мосина и идти отжимать айфоны. Можно купить их где-нибудь в Америке или в той же Европе и сэкономить пару сотен зеленых. Чем, собственно, огромное количество людей и пользуется. Ставьте лайк, если ваш айфон так называемый серый. То есть, как бы не официально в России, а вы его где-то купили в Европе и Америке, либо в сером магазине. Посмотрим, сколько нас. И, как вы знаете, все хорошее когда-нибудь заканчивается. Есть такие ребята, Россвязь. Они посмотрели, такие, что-то они слишком хорошо живут. Давайте создадим базу уникальных идентификаторов смартфонов. Этот самый IMEI. И будем смотреть, белый смартфон или серый. Некий такой реестр. Если серый, блокировать его нахрен. Если белый, куплен официально в России, welcome, пожалуйста, пользуйся. Что предлагается? Есть белый список, есть вот этот вот серо-черный. И если устройство в черном списке, то его можно блокировать. Как это происходит? Вы купили девайс, и вам дается несколько месяцев на регистрацию этого самого устройства. Ну, например, если вы приехали из-за бугра и проездом в России, то вы можете его не регистрировать в течение какого-то времени. Если вы здесь проживаете, то будьте добры зарегать. Соответственно, надо понимать, что является в данном случае белым телефоном, что серым. Если я его купил где-нибудь в Китае для себя, это белый аппарат или серый? Поскольку это пока все предположение, никакой конкретики нет. Но такие списки уже действуют. Например, в Турции, в Азербайджане, я знаю, что на Украине тоже. И мне хочется спросить, ну нахрена это все? Вот тут вот нахрена же? Других задач нет, что ли? Зачем регистрироваться? Вот это все. Это же работать как надо не будет в нашей стране, потому что всегда найдутся коррупционные элементы, которые за копеечку внесут тебя в конкретный список. И в итоге все это прикрывается соусом борьбы с терроризмом, как обычно, а на выходе какая-то полная хрень, которая как надо и не работает, и только мешает нормальным людям пользоваться аппаратами.
телефонами. Возникает вопрос, кому это выгодно? Ну, есть серые телефоны, есть белые, все ими пользуются. Да какая нахрен разница вообще, где я его купил? Серьезно. А выгодно это, конечно же, нашим замечательным сетям, которые смотрят на iPhone за $999, а потом смотрят на iPhone за $1400. И такие... Что-то мы, конечно, можно сказать, что здесь налоги, здесь всякая маржа, понятно. Но, ребята, имейте совесть, серьезно, почему мы в России платим за iPhone дороже всех в мире? Я понимаю, что это доллар тоже, все, конечно, евро царский просел. Но это не оправдание. Какого хера? Есть такой Центральный научно-исследовательский институт связи, который говорит следующее. Во-первых, непонятно, как это все реализовывать. Регистрировать имей при первом обращении к сети, либо реально давать людям месяц, два, три на легализацию этого девайса. Разные подходы требуют разного финансирования. Второй момент. Как отмечают в центре, наказывать людей за использование серого телефона это просто неправильно. Боритесь с рынком, если хотите. Это окей, если вы считаете, что надо, вот чтобы была гарантия, белая, классная. Окей, ну какого черта, я-то вот как потребитель, здесь в чем виноват? Я купил этот девайс на рынке, он официально продается не у барыги у метро где-то из-под полы, а пошел и купил, вполне официально даже чек получил. Самый кайф, знаете в чем? Финансирование этого самого реестра планируется обеспечить за счет федерального бюджета. И в очередной раз возникает вопрос. Я понимаю, что заказчиками всей этой движухи может быть ФТС, спецслужбы, понятно зачем, почему и от чего. Но не кажется ли вам, что у нас есть много других забот, чем в очередной раз создавать какой-то реестр. Была уже Яровая со своим пакетом, до сих пор непонятно, что с ним делать, потому что его как бы отложили, а как бы не очень. Вроде как за всеми надо следить и записывать каждый шаг, но операторы такие, ребята, вы вообще представляете, какое количество терабайт, гигабайтов надо хранить, чтобы вот это все собирать? И все такие... давайте подумаем еще годик. И здесь примерно то же самое. Очередная странная инициатива, абсолютно нахрен никому не нужная, просто для того, чтобы загубить серый рынок, и все платили по $1400 за чертов iPhone 10. Вы что, серьезно? Вы скажете, ну, как бы хрен бы с ним, кому этот iPhone нужен? В самом деле. Я, кстати, вам знаете, что скажу? В России официально iPhone приобретаются пополам. Что-то на белом рынке, что-то на сером, а что-то еще и в кредит. И вот это самое странное. Никогда не берите iPhone в кредит! Просто потому, что не надо. Берите тот девайс, на который у вас есть деньги. Возьмите у бабушки, у дедушки, у друзей. Займите что-то и купите то, на что хватит денег. Не берите айфоны в кредит. Это глупость. Но сегодня это вот так работает. А завтра вы купите какой-нибудь царский Xiaomi на Алиэкспрессе, а он в соответствии с этим реестром тоже окажется в черном списке. И что тогда? Не буду наводить лишней жути, все это пока разговоры, и скорее всего в том виде, в котором это сейчас обсуждается, это работать не будет. Но с другой стороны, есть соседи, Украина, еще раз Азербайджан, Турция, где это уже функционирует. И это действительно обламывает рынок, и это создает препятствие конкуренции. Как бы то ни было, грустно это все. У нас самый дорогой iPhone, у нас не так много людей могут позволить себе его купить, и это все, конечно, какой-то вот, ну эти черти со своим реестром вот лезут абсолютно вообще не туда, куда надо. Ну, вы посмотрите, что вокруг творится. Какой реестр? Вы чё? Пишите в комментариях, что вы об этом думаете. И, конечно же, подписывайтесь на канал, потому что здесь много всего интересного. И помните, Mother Russia is watching you. До свидания.